Сегодня «Пятый канал» стал обладателем серебряной кнопки от популярного видеохостинга YouTube. Эту награду вручают авторам количество подписчиков, у которых составляет 100 тысяч и более. Данную отметку канал достиг еще в декабре прошлого года. Сейчас же на аккаунт «Пятого канала» подписано почти 130 тысяч человек. Как отметил генеральный директор «Пятого канала» Рахат Сулайманов, успеха удалось достичь благодаря сплоченной команде. Конечно же, любимым телезрителям. Напомним, что «Пятый канал» был создан 16 декабря 2006 года. В настоящее время телеканал вещает о последних событиях в стране и занимает одно из ведущих мест на информационном поле. Сегодня мы получили серебряную кнопку YouTube. Это итоги работы всего коллектива, каждого журналиста, оператора, каждого режиссера. И надеюсь, что в будущем еще будут лучше, еще будем работать дальше. И надеюсь, что получим золотую кнопку, бриллиантовую кнопку. Самое главное, вот сегодня поздравляю весь коллектив «Пятого канала».